Друзья, добрый день! Сегодня для охотников с луком, для тех, кто занимается стрельбой из лука, в первую очередь из блочного лука, конечно, мы хотим представить релиз от американской компании Truball, называется он Fang 3. У компании Truball есть разные другие модели. Линейка релизов Fang отличается тем, что голова релиза, она развернута в сторону петельки. Это учитывает индивидуальные особенности в технике выстрела. У таких релизов от компании Truball, как Rave, например, или T-Rex, голова релиза смотрит прямо здесь, обратите внимание, она отклонена на петельку. Дальнейшие настройки это данный винт отвечает за глубину хода триггера, следующий винт, вот этот нижний, отвечает за усилие хода триггера. Еще одной удобной особенностью этого релиза является следующий момент. Крючок релиза всегда находится в подпружиненном состоянии, смотрите, оп. Он всегда возвращается в закрытое состояние сам. Казалось бы, что таким образом не очень удобно одевать релиз на петельку. Однако все не так. На самом деле все очень удобно. Смотрите, ответная часть, мы ее открываем, одеваем на петельку и закрываем. Все. Продемонстрируем работу релиза вблизи. Друзья, с вами был магазин Forest Home, самый большой Archery Knife магазин в России. Ждем всех в гости в розничном магазине в Петербурге. Подписывайтесь на наши социальные сети, оставляйте комментарии, пользуйтесь скидкой 7% по купону Кипарис при заказе через сайт.